Хёба-дуба-дуба-пада-па-па. Я очень советую вам одеть наушники во время этого видео. Если вы не одели, то не вините меня. Всем бобра, дорогие друзья! Сумина бобра тебе, Алиса Тян. И если ты, кто сейчас смотрит, перепостишь это видео ВКонтактике, тогда, возможно, тебе, одному случайному человеку, я передам привет в следующем видео. А сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Юси Хати. В этой игре нам нужно будет кричать. Очень много кричать. А я ведь великолепен в том, чтобы кричать. Кричать — это мое второе имя. Андрей Кличать. Молодец. Вот. Смотри. Вот он бежит. Если я просто говорю, что он тихо, типа... Алло, 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 алло. Да. Алло! Он не упает, как? Эй, 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 давай, 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 давай! Вот, смотри, какая красота. То есть вот так вот он... Ух ты, Еба... Почему он иногда начинает прыгать, хотя не должен? Он иногда почему-то бежит. Ты что творишь, мать твою? Давай. Давай! Как мне это делать? Он почему-то не всегда скотина прыгает. Паузи. Паузи. То есть мне нужно просто дышать. Если я просто дышу, то нормально. Отлично. На! Там эта сраная веточка ко мне подползала. Прям вот так вот потихоньку. Я хотел подождать, чтобы она упала, и потом я мог пойти. Бананы! Давай, давай. Оп, хорош. Арбузы! Сука! Я дышать не могу в это время! У меня слишком микрофон цеплительный! Ну-ка, что это такое? А, ну это просто выбор. Окей, еще попытка, я смогу. Сука. Смог это сделать? На! Ты, блин, вообще бегемот! Арбузы! Что это было? Откуда он упал? Откуда он упал? Тварина деревянная! Хорош, хорош, молодец, давай. Я же сказал тебе лети! Я же сказал тебе лети, как птица! Почему ты врезался в эту самую ветку, как какой-то глупый дятел? А, у меня уже голова болит!
Давай еще. Полетел! Лети, лети, лети! Хорош! Продолжай, продолжай, продолжай. Прыгай! Давай! Молодец! Продолжай. Давай! Вот, просто иди, просто иди. Прыгай! Хорош, иди. Прыгай! Не рыгай, а прыгай. Прыгай! Хорош. Что это такое? Там уже был конец уровня. Там уже было вот это яйцо. К этому яйцу мне надо добраться. Хорошо, сейчас мы пройдем. Сейчас. Верь меня. Давай, 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 лети, лети, лети. Вот ты молодец. Давай, бомбочка, давай, Мишенька, лети. Оп, отлично, еще чуть-чуть. Молодец. Прыгай. Хорош. Давай, Мишенька, хорош. В первый раз он у меня туда упал. Я слишком сделал паузу. Надо было дать ему допрыгнуть, тогда бы он хотя бы до краешка и по краешку бы залез, как паук. Бесполезный кусок вишни, что-то такое не очень. Еще, я смогу, все будет нормально. Ты главное не кипишуй. Отлично, давай. Давай. Лети, прыгай, продолжай, перепрыгивай, молодчина. Прыгай! Вот ты красава! Крусопедочка! Двигай. Еще. Вот это вот скотина! Стоит там, ждет! Как мне с ней быть? Я в какого-то водящего птеродактиля или дятого кричащего превратился. Что же это такое? Человек-скворец, лети! Лети давай, не стой, ты в воздухе, прыгай! Ты бесишь меня! Прыгай! Отлично, продолжай, иди. Прыгай! Прыгай! Он иногда почему-то ловит меня. Слишком сильно! Сильнее, чем должен. Давай! Зато я прыгать умею высоко. Я почему-то резко разучился кричать. Прыжок! Давай! Финиш! Счастливая Вишенка, счастливый я, счастливый Андрей, самый счастливый Андрей на всем свете! Я теперь не могу, смотри! Я просто потерял голос из-за этой игры. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Это было очень сложно. Я аж пропотел, я серьезно пропотел. Вот что значит запотел над игрой. Но это офигенно. Это офигительно, я вышел из игры. Ядрить твой макарон. В общем, сегодня на этом все. Я надеюсь, тебе понравилась эта игра. Я надеюсь, тебе она понравилась. Мне она очень понравилась. Но это было сложно. Это было очень сложно. Но она меня почему-то иногда слишком хорошо ловит. Я издаю звук, и он его ловит, будто я кричу. И он подпрыгивает где-то до небес, до звезд. Вот. А если я шиплю, тогда он идет. Но шипеть для меня трудно. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если оно понравилось, подписывайся на новое видео, оставляй свои комментарии. Напиши в комментариях, может, ты хочешь еще одну серию по этой игре. Я бы снял с удовольствием. Там вроде бы еще есть какие-то стейджи. Слушай, а дай попробую запустить ее. Мне очень любопытно, есть ли там еще уровни. Ага, Unity, вся мура чепуха. Скажи мне. Есть стейдж 2, дамы и господа! Это классно, это очень классно. Вот смотри, как я могу. Ра-та-та-та-та-та-та. Эй! Офигительно! Вот этот уровень мне понравится. Или нет? Ладно, если вы хотите, мы еще поиграем. Но напишите в комментариях, ну а так на этом все. Пока-пока-пока. И если ты парень, то вдоль мужицкий лайк по этому видео. А если ты девочка, то сделай нежный тюк по лайку. Удачи!